Коля, не уходи, дождись. Жди. Жди награждения. Вот знаете, как это очень распространено в бобслее и в санном виде спорта. Скоростной спорт на сане. Как я не буду сказать. Когда тот, кто сейчас занимает лидирующую позицию, стоит и ждет, когда проедут остальные. Вот сейчас Томаш Вернер точно так же стоит недалеко от площадки и ждет, когда на финиш приедут остальные. Стефан Ламбьель. Фламенко. Фламенко, который ему очень идет. Да, вырвал тройной аксель. Два. Хорош. С шагов в Литберге. Небольшая помарка руками коснулся, да. Жалко, жалко, четверной, второй не получился. Стефана Ламбьеля. Стоять! Умник! Есть тройной луз, тройной тулуп, каскад. Сальков. Сальков тройной, да. Еще одна ошибка. Двойной флип только скрутил, но тройной тулуп с ошибкой. Ну, вообще, конечно, боец, боец. На последних, уже из последних сил, но прыгает. И дорожка по прямой. Да, понимает, понимает, слышит результат Вернера, конечно. Конечно, слышал, там на каждом углу стоят мониторы, телевизоры, и можно было, проходя в любом месте. Прямо от борта до борта. Да, точно, по расписанию, по правилам исполнил дорожку Стефан Ламбьель. Давай, давай, добирай вращениями. Да, это его коронка, конечно. Это бонусы, бонусы, бонусы. И еще одно вращение. Минимум два оборота в каждой позиции. Тогда она будет засчитана. Да, но это Ламбьель. Хорош, хорош. Это Ламбьель.
Супер! Да. Да. Он может, не знаю, он какого может собой гордиться. Не знаю, какого достоинства эта программа. А достоинство, она, конечно, высокого. Высокого достоинства. Очень устал, отдал все силы. Программа новая. Можно сказать, он собрал все свои лучшие качества в эту программу вместе с тренером и воплотили их в этом произведении искусства. Знаете, очень чувствуется, Александр, я думаю, вы как танцор, да, вот даже должны были это почувствовать, что явно ставил человек, который профессионально танцует. Профессионально, абсолютно верно, абсолютно пригласили верно. Пригласили хореографа специально. Абсолютно верно. Вот этот, специан, я не знаю, испанец, еле заметный лоск. Фамилия Антонио Нахара, да. Получается. Еле заметный лоск, вот такой шикарный. Я бы сказал, с налетом такой элегантности, именно чистой фламенко, да. Чисто. И каждый испанец станцует так фламенко, да. Все движения, мелкие движения руками, вот кистями. Да, вот, да, это да, вот да, была да, такая да. Классика плюс, фламенко. Плюс это все сочеталось с музыкальным сопровождением, точно в музыку. Да, мне не мешало, что он танцует один. Я бы сказал так, абсолютно не мешало. Ну, фламенко есть, там, да, танец, да, который да, предполагает да, и да. сольные партии. Причем достаточно в больших количествах. Ну что, Петер Грютер, браво Петер Грютер, его тренер. Браво Салом Брюнер, которая вышла замуж, и теперь Салом Гуадарама. Увлекающийся парень Стефан Ламбьелли, он обожает музыку, часто ходит в кино, классно танцует. Ну, кстати, с другой стороны, признается, говорит, я очень ленивый, иногда люблю просто полежать на диване. Дружил с Каролиной Костнер. Ну, в смысле, дружил. Хотя, может быть, и неровно дышал тоже. Но Каролине Костнер сложно не испытывать симпатии. Он сам родом из Мартини, ему 21 год. Он студент. Причем студент не спортивного института. Знает несколько языков. Ну, это, в общем-то, для Центральной Европы не новость. Родной для него все-таки французский, в то же время знает немецкий. Да, молодцы, молодцы, конечно. Не устаем повторять комплименты в адрес его тренера. Петер Грютер уходил от него на несколько месяцев, Стефан Ламбьелли, а потом вернулся, потому что наставник, который мечтал стать чемпионом мира, но не стал им. 82-49, техника. Вторая сумма за технику, только вторая. И вторая компонента. Нет, какая вторая? 78. Вы посмотрите, интерпретация музыки 7.93. О, так, да? Это да. Вот это. Частота скольжения 7.86. Это оно и есть, 160-65. Да. Он опережает Томаша Вернера, он становится пятым. Благодаря компонентам. Каким пятым? Первым? Что я сказал? Первым. Протеж.